Поздравляем еще раз. Как вы думаете, кто сейчас удивлен больше, вы или ваш соперник? Я думаю, больше я, потому что выиграть Европу, выиграть у такого знаменитого спортсмена в финале, я, честно, ну, я ставил себе эту задачу, но мне это как-то, ну, я тяжело, ну, думал, тяжело это будет, но все получилось просто. Вы почувствовали, что он захлестнули его эмоции уже под конец схватки, и можно этим воспользоваться? Да, я даже до сих пор не верю, ну, что я сделал. И я думаю, после этих встреч много еще мне придется, когда уже одуматься, уже сказать себе, что я чемпион Европы. Для меня очень это приятно. Всем спасибо, что меня поддерживал, родных, которые приехали сюда. Благодарю всех. Чаще других вам сегодня приносил победу бросок-подхват. Соперники были удобные для этого или приходилось как-то ломать сопротивление? Это у нас как бы коронный вставленный бросок, и мы все время работаем, все время готовимся, не то, что в одном останавливаемся. И то, что мы запланировали, то, что мы готовили, все у нас получилось. Первый раз первый официальный старт среди взрослых. Насколько отличается чемпионат Европы от турниров Гран-при и Большого шлема? Как это сказать, все эти этапы, как бы, не все приезжают на турнирах, а это один из главных турниров в этом году. И я думаю, все настраивались сюда, короче, и мы работали с главными тренерами, с Эцио Гамбо, с Дмитрием Евгеньевичем Морозовым и с Виталием Макаровичем. И то, что мы запланировали, и вот все у нас получилось. Ваш брат только что выиграл представительный турнир, вы близнецы, вы чувствуете какую-то связь, может, вам победная энергия передалась? Ну, это, наверное, есть такое. Жаль, что брат не смог в этом турнире выступить. Тренерский штаб решил, ну, другой состав поставить, и я думаю, им виднее. И у нас еще будет время выступить к моему брату, и я думаю, все мы покажем. Вы дебютант, вы, наверное, одержали сейчас неожиданную для соперников победу, да, прежде всего для вашего соперника по финалу. Вы понимаете, что сейчас на вас будут настраиваться по-другому? Ну, это да, честно. Я сейчас через полгода Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро, и там, я думаю, нам надо будет готовиться уже по-другому все делать, и я думаю, все для этого сделаю. Спасибо большое. Спасибо большое. Даже я сегодня вот до конца не знаю, не пересчитаю.